Здравствуйте, мы находимся в городе Клинцы, магазин «Металлотехника», и у нас экспресс-обзор скутера Honda Dio F68, инжектором, четырехтактным, воздушного охлаждения. Начнем с передней части, пластик целый, фара целая, не царапанная. Значит, что у нас тут есть? Стеночный тормоз работает, эта ручка немного загнута. Так, по пластику. Тут все цело. Значит, передняя часть. Покрышка уже подизношена, конечно. Тут, на удивление, целые резинки. Причем не новые, а из Японии такие пришли. Колесо не крашеное, без особой коррозии. Так, панель приборов у нас тут все на месте. Ничего не отломано. Кнопки все. Так, личинка, значит, замок в хорошем состоянии, два ключа. Так, дальше по пластику пройдемся. Без царапин, ничего не отломано. Так, заднее колесо тоже подсношено. Диск не крашеный. Накладка целая. Наглушитель. Так. Тут тоже все целое. Здесь небольшие царапки такие есть. Так, больше ничего такого не нашел. Ну что, запустим двигатель. Ну, посмотрим, давайте, что у нас. Здесь все стандартно. Так, бак посмотрим. Так, ну, видно вроде. Коррозии нет. Свежий мопед относительно. Так, дальше можно здесь открыть, посмотреть. Ну, так, двигатель. Коммутатор. Так, ну что, запустим двигатель, допустим, вот так. Запускаются они легко, инжекторные. С этим проблем нет. Проверим электрику. Все исправно.